Всем привет! Я уже соскучилась, ну что, будем рисовать. Давайте сегодня будем вот такой инжир рисовать. Я сейчас покажу, как это делается. Видео немножечко ускорила, для того, чтобы мы не уснули. Да и, в общем-то, лучше посмотреть сначала, а потом уже э, вы, когда приступите, остановить видео в тех моментах, где вы не успеваете, и продолжить вместе со мной. Итак, э, рисуем два овальчика или кружочка. Из них мы направляющими вытягиваем хвостики, они выглядят тут, вот с первого взгляда, они будут выглядеть как лючевые игрушки. То есть шарики такие и вот э, такой носик. Вот это мы прорисовываем карандашком аккуратно. Стараемся не сильно пачкать бумагу. Карандашом то есть много-много линий тоже не делать. А, то есть легко-легко-легко давить на карандаш. Я автоматическим карандашом рисую. Но вы смотрите, если карандаш ломается под вашим усилием, значит вы еще не легко держите карандаш. Возьмите обычный, для того, чтобы себе упростить задачу. Дальше стираем лишние линии, которые нам не нужны. Вообще в акварели желательно вообще все стирать, только совсем-совсем легкий-легкий карандаш оставлять. Но я прорисую специально немножечко поярче, для того, чтобы вам видно было контуры. А для себя вы смотрите и приучайте себя делать очень легкие, тоненькие контуры, еле заметные. Потому что акварель Является материалом прозрачным, и эти, ну, этот карандаш грифель карандаша будет виден. Дальше что мы делаем? Мы берем розовый, который у вас есть на палитре, и синий, и смешиваем его. У меня в данном случае ультрамарин и карминовая. Мы его смешиваем, и в зависимости от пропорции, как вы ее смешали, у вас будет разный фиолетовый. И тот цвет, который вам нравится, мы начинаем заливать. Очень э, хорошо еще получается, что кисточка, кисточку лучше белочку взять, она очень много впитывает, либо которая под белочку. У меня в данном случае э, не белка, это синтетика, но она под белку сделана. То есть очень много э, берет воды и краски. И вот вы видите, как очень легко и быстро я сразу заливаю весь, э, весь финик. У меня обычная бумага, поэтому я ее высушила. Если у вас хлопок, то он быстро впитывает, а если нет, то вот лучше высушить феном спокойно, потом прорисовать уже второй слой. Также у меня очень сильно съедает, бумага съедает цвет, поэтому я еще раз больше сделаю цвета, для того, чтобы вам было более видно, ну как бы более сочный, чтобы был фрукт вот такой вот, но вы смотрите, то есть если у вас от первой заливки уже достаточно, то вы можете его оставить. Ну вообще я очень люблю когда многослойная техника, потому что она очень интересная. В данном случае, смотрите, я смешиваю еще синий, более синий, а потом сверху еще розовый. а потом беру кисточку, мочу ее водички и, как сказать, я соединяю все вот эти линии, которые я уже прорисовала, и синенькие, и розовенькие, да поверх того, что уже было, я как бы соединяю. И тем самым я делаю текстуру этого фрукта. Он действительно похож, как будто бы вот эта шкурка, да, она такая вся неравномерная, неоднородная. А, также выбираю там, где свет, то есть мочу кисточку, полощу ее, а тряпочку или об салфетку вытираю и выбираю там, где мне не нужно темноты, то есть там, где мне нужен свет, оставляю только так. А, еще затемняю, для того, чтобы показать цвет тень более контрастно, и дальше мы с вами приступаем уже ко второй части этого финика. Это вот, которая. Так как у нас, э, ну вот, так как та часть еще не высохла, да, финика, и для того, чтобы мы, чтобы не утекло, когда мы будем прорисовывать финик. Э, Второй, да, вот этот, который развернут, поэтому я начала с серединки. Здесь мы берем розовый цвет, ярко-розовый цвет, либо красный цвет. Можно смешать розовый с красным цветом и даже добавить туда оранжевого. Тоже будет интересно. Потому что у финика у него. Ой, у инжира, простите. У инжира у него там вот эта сердцевинка, она с коточками с оранжевым и розовым цветом. Вся такая переплетается очень интересная. Очень такая сочная, красивая. Поэтому мы и берем сочные цвета. И э, получается первый фон как мы делаем, да, то есть это первый слой. Вот там немножечко подсохло, я начинаю э, делать нашу, нашу шкурку второго инжира, который у нас в разрезе, очень аккуратно. Стараемся прям вести по линии. Если не получается, ну, тренируемся, в общем-то, других вариантов нет, тренируемся. Если что-то утекло, можно отжать кисточку и собрать это сухой, чистой кисточкой все можно собрать, где-то подправить. Это ничего страшного, абсолютно. Он ближе к нам, я его сделала потеплее, там, где он немножечко как бы углубление, да, там я тоже это сделала, чуть-чуть си си синего добавила, как бы такой синевый. А внутри он желтенький, желто-зеленый, поэтому я сначала беру желтенький и размываю, потом, чтобы у нас была как бы шкурка, она тоже неоднородная, чтобы была. Так, вот у меня потекло, да, там где-то не высохло, ничего страшного, не пугайтесь, если вдруг у вас такое тоже произошло. Я сейчас прополощу кисточку и чистой кисточкой я это все уберу. Вот смотрите, сухой кисточкой, чистой сухой кисточкой я все убираю, вот и все, ничего страшного, абсолютно нет. Все, мы там добавляем цвет, если мы вымыли, да, какой-то, которого она не достает. Дальше я беру желтый, это может быть желтый средний, либо лимонный, без разницы, и такими точечками ставим. Это будут наши косточки, которые, они тоже там есть такие желтенькие, есть оранжевенькие. Вот нам нужно сделать и желтые, и оранжевые. В данном случае я сейчас беру оранжевый цвет и просто брызгаю. Даже брызгаю, это будет хаотичные вот эти косточки. Ну, плюс мы будем брызгать в любом случае, поэтому а, это будет, ну вот как бы ускорила процесс таким образом, да, то есть можно побрызгать. Если у вас не брызгается, значит мало воды. Если у вас брызгается, но очень, ну, наоборот, крупными каплями, значит много воды. То есть тут нужно попробовать сначала на листочке побрызгать, а уже потом а, приступать к иллюстрации, дабы а, не испортить. Поэтому Возьмите красочку и попробуйте, поэкспериментируйте, сколько водички, сколько красочки нужно для того, чтобы вам были те брызги, которые хочется. Дальше я беру обычную гуашь белую и начинаю брызгать. Там у инжира на, как бы получается, на поверхности вот этой кожуры такие точечки есть. Я их усилила сделала вот такой контраст. Очень красиво для того, чтобы было эффектно. Так как мы художники, мы творим то, что хотим, в общем, <соторые> то, что нам нравится. И сразу посмотрите, как здорово получается картина, да, она стала, становится контрастной, яркой, очень такая интересная. Смотрите, еще такой, э, ну, как бы лайфхак. <соторые> Можно побольше водички налить и подуть на нее, и получаются вот такие брызги. А когда вы дуете, вы контролируете, как далеко она улетает. Потому что если феном так делать, то там не совсем подконтрольно это все дело. Потом кисточкой дополнительные брызги какие-то делаете, где-то добавляете. Тут уже все вы контролируете, как брызги там будут. То есть э, мы брызгаем, но мы контролируем. То есть стараемся контролировать этот процесс. И можно в конце подписать нашу композицию. Я очень люблю э, именно латиницу, потому что она именно за своего вот этого характера, верх-низ, очень э, интересная, тоже контрастная получается. Э, э, ну вот, поэтому будем писать на английском. <laughs> а, будем писать фиг, потому что это и есть инжир по-английски. <laughs> вот еще фиговое дерево его называют. Тоже быстренько вам покажу, как это делается. У меня аквабраж. Ей очень легко и просто это делать. Обычно кисточкой, например, там белкой, это будет тяжело делать. Опять же, вы, если эм, прокрутите видео назад и посмотрите, я то тонкой кисточкой рисовала, то толстой кисточкой рисовала. Все зависит от того, э, какие элементы мы рисуем с вами и как будет удобно. Вот такая композиция получилась. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока. До встречи.